Приветствую, друзья. Ну что же, вот приехала к нам в гости в Коджори наша читательница Джулия. Скажи всем привет. Привет из Коджори. Да, да, Грузия Коджори. И как твои впечатления? Сейчас я уже показал какие-то основные моменты. Какие впечатления? Это очень классно, уехать из жаркого в Тбилиси, спасаться. А, в Тбилиси что, уже жарко? Я лично уже... дома замерз, кстати, пока нет, сидел. Нет, в Тбилиси сегодня тепло, а здесь очень круто, прохладно и дышится хорошо. Вот, друзья мои, приезжайте, если вам жарко в Тбилиси, поднимайтесь в Коджори, прогуляемся, на пикник можно съездить. Пишите. Мы пополняем запасы воды в нашем роднике и идем дальше. Сейчас поднимемся на церковь. А ну попробуем. Класс. Грузия Коджори. Ну и что надо сказать? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.